Последствия урагана, который бушевал на территории Алтайского района края и особая экономическая зона Бирюзовая Катунь в минувшую пятницу будут устранять еще несколько дней. Напомним, мощный грозовой фронт обрушился на предгорную территорию края 13 июля. Чудом обошлось без жертв. На территории турзоны ураган повредил несколько линий ЛЭП и автомобилей, снес крышу общежития для персонала и поломал десятки деревьев, многие из которых рухнули прямо на дороге туркомплекса. На данный момент, сообщает Управление края по внешним связям, движение по проезжей части возобновлено, но продолжается очистка прилегающих территорий комплекса. Подачу электроэнергии возобновили и начали ремонт кровли общежития для персонала. Как отмечают жители села Манжирок, который находится на противоположном от туркомплекса берегу, после урагана резко возросли продажи стройинструмента и комплектующих. После вот этого урагана в субботу ажиотаж такой был, все шли за саморезами, за гвоздями, там у кого крыша сносила, там теплица, у кого что-то.